Все это зависит по большому счету именно от поставщика. От самого провайдера, да. Если к нему приходит интернет говно. Да, девочки. Да, девочки, я на востоке. Да, Ближний Восток, на Левченко буду сейчас через 5 минут. Тоже я пробовал их там, оптоволокно, затянули мне свой этот коробок этот, поставили свой, как он там называется, все, не запомню никак, кроме роутера, само собой. Попробовал 100 мегабит, попробовал 200, да никакой разницы. Да вообще вот это 100 мегабит, это мулька, понимаешь, такая, это чисто, я там не особо разбирался, мне пацан рассказывал, объяснял, говорит. Ну, это 100 мегабит, ну, типа, блядь, ну. Не, ну я спид-тест там запускал, выдает до 90. Да? Да, 90 выдает. 87, 90, 92 выдает. Ну, в смысле, принимает тут 90-97, а выдает на передачу на десяточку, на пятерочку поменьше. А поставил 200 себе мегабит тариф. Там же зашел же в свой кабинет. Перешел на другой тариф, там на рублей на 100, по-моему, или на 150 дороже, думаю, мать их так. А 100 рублей, это не денег много. Да. Пачка сигарет, я тебе. 200, в мере опять спид-тест, те же самые 90. То есть не увеличилось ничего? Ничего не поменялось. Я тут месяц уже добил на том тарифе и вернулся назад. Хотел, какие-то изменения были видны еще, ладно, то есть, да. Да, ну да, ну хотя бы было бы 150 уже. Вот у меня вот, 90, ну, вот на этом самом, на телефоне, то есть, ну, вот, мой интернет, то есть 2К я могу смотреть, а 4К все уже не тянет. Еле-еле душа в теле, блядь, грузится долго, блядь. Там. 2К, да, свободно, а в 4 все уже. И, ну, я вот видео с навигатора выгружаю на YouTube. Я выгружаю его в 2К, а смотрю все равно Full HD, но монитор все равно больше, чем Full HD, не покажет. Не, ну если не рассчитывать, конечно, не могу. Да. Не, ну монитор Full HD. Большой, правда, вот этот же. О, внутри этот. Филипп 32. Слабый сигнал. Да ну что за монитор? Я себе все хотел комп собрать хороший, как бы и деньги есть. А потом так прикинул, ну соберу я его, блядь. Дома, блядь, хер бываю. Будет он, блядь, бедолага стоять, блядь. И стареть, морально. Да. Морально, да. И, блядь, ну вот купить хороший. Ну тут еще можно будет подумать, блядь. Ну вот я не знаю. Ну, вот.